Победить нокаутом с таким настроем боец ММА Сергей Харитонов подходит к бою с Кенни Гарнером. Встреча пройдет в столице в рамках международного турнира «Битва номадов М1 Челлендж 59». Участники турнира проведут 10 боев. В главной схватке сойдутся российский тяжеловес Харитонов и американский файтер ММА Гарнер. Астану для своего реванша они выбрали не случайно. Оба знают, насколько популярна ММА в Казахстане. Год назад бойцы уже встречались в Китае. Победил Харитонов ввиду травмы Гарнера. В субботу вечером в 23:30 зрители Хабара увидят воочию бой-реванш двух сильнейших тяжеловесов. Настраивается на победу Кенни Гарнер. Это его первая поездка в Казахстан, и он хочет показать лучший бой в карьере. Харитонов – серьезный соперник, так же, как и я. Неважно, как пройдет бой – в стойке или в партере. Знаю точно, в этот вечер выступят два сильнейших бойца, и они сделают все, чтобы показать зрелище.